Сергиевой лавры. Регент, протодиакон Василий Попаденец. Сегодняшняя программа составлена на основе уникальной дискографии, созданной отцом Матфеем за долгие годы его служения. В программу вошли произведения, которые представляют наиболее яркие, этапные фрагменты творческой деятельности отца Матфея и его прославленного коллектива. Ровно 10 лет назад, в этот осенний день, 15 сентября 2009 года, остановилось сердце человека, которого по праву можно было величать апостолом звука всея России. Прошу всех встать. Слышите, братья? Скажите, пожалуйста, стоять удобно вам? Thank you.
Его Высокопреосвященство архиепископ Верейский, викарий патриарха Московского и всея Руси, наместник Московского Сретенского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии Амвросий. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, 10 лет прошло с того самого дня, когда в мир иной ушел учитель тысяч и тысяч людей. И в сегодняшний день тысячи и тысячи людей, не только в России, Украине, Беларуси, в Европе, в Австралии, в Америке, по всему миру, поминают этого человека, вспоминают его добрым словом и с добрым сердцем. Потому что он подарил многим и многим людям самое главное – любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к богослужению. И такое тонкое и удивительное чуткое понимание церковного пения, которое мог подарить только он. Этот уникальный человек, данный Русской Православной Церкви в 20 веке Богом, но развивший свои таланты таким образом, что они не специально, а вот жизненно передались многим-многим людям. 10 лет тому назад в Троице-Сергиеву Лавру, без всяких приглашений, просто по велению сердца, тысячи его учеников, последователей, носителей духа прибыли в обитель преподобного Сергия для того, чтобы проститься со своим учителем и отцом. И сегодня многие-многие люди вновь поминают это имя. Это имя будет звучать в веках. И сегодняшний концерт, как мы все уже увидели, это даже не столько, может быть, концерт в память об отце Матфее. Это воскрешение в жизни каждого из нас, всех тех моментов жизни, которые мы всякий раз, глядя на его образ, переживаем, вспоминая свою юность, свои годы своего обучения в Московской духовной академии, годы пребывания в Троице-Сергиевой лавре. Этот концерт проходит под его управлением. Он здесь главный регент. И главное слово сегодня вновь и вновь за ним. А мне, как наместнику Сретенского монастыря сегодня, очень дорого то, что рядом с этой обителью проходит вечер памяти. Отец Матфей соединил многие-многие обители, многие-многие храмы, многие-многие сердца. И он ровно 19 лет назад также сделал свой вклад в историю Сретенского Московского Ставропигиального монастыря и дал свое благословение хору, который сегодня тоже знаменит по всему миру, но который, насколько мог, вместил в себя это благословение и постарался быть причастником той славной традиции, которая неповторима, которая исходит, конечно же, свыше, от нашего Небесного Отца, которого так возлюбил в своей жизни отец Матфей и передал эту любовь всем, кто хоть раз с ним соприкоснулся. Сегодня главное слово за носителями его духа, которые будут петь под руководством нашего незабвенного регента всея Руси, дорогого отца архимандрита Матфея. «На моем пути все было как бы предопределено», — так говорил о себе сам отец Матфей. Молитвенное пение, распевность — какой это необыкновенный мир, запечатлевшийся в моей памяти с самого детства. Отец Матфей родился на Северном Кавказе, в станице Архонская, бывшей Тверской области. «Родился я в семье благочестивой, православной и певческой. В моем роду я представляю уже 4-е поколение певчих». В возрасте 7 лет, вспоминал отец Матфей, я пошел в храм, в алтарь и на клирос. Стал приобщаться к пению. Стать регентом на всю жизнь – это своего рода подвиг. Не каждый может его понести. Умение собрать вокруг себя совершенно разных, не всегда профессиональных с точки зрения музыки людей и добиться от них уникального звука – это особый дар и Божие благословение.
фильмами, это особенный человек. Человек, который был одарен Богом большими талантами. Как монах он был высокой духовной культуры. Как человек он был простой, доступный. И он еще имел большой талант разумения музыкальной мудрости. Он был прекрасным регентом. Я очень рад, что мне пришлось петь вот сам в хоре. Ну, думаю, что его хор – это такая школа, в которую многие пришли, и которая стала в наших душах такой добрый, красивый, светлый след отца Матфея как человека, как монаха и как регента. Отец Матфей вспоминал: «Во Владимирском соборе в Киеве я слушал хор Гайдая. Я помню этот великолепный хор. Киевские монахи пели по монастырской традиции, руководимой владыкой Нестором. Неподражаемо. Для меня это было большим счастьем». Возвеличился, если дела, возвеличился.
Я хотел стать священником, но, конечно, очень полюбил клирос. Быть на службе – это так захватывает. Я считаю, для того, чтобы человек по-настоящему участвовал в службе, ему надо помолиться, напеться, выговориться, а потом идти в алтарь читать тайные молитвы. В 1961 году юный семинарист Лев Мармыль переступил порог Троицы Сергиевой Лавры с твердым желанием остаться в монастыре и принять постриг. Регентом я не собирался быть. Все получилось как бы само собой. Когда я поступил в духовную академию, первые 2 года пел в хоре, но намерение было уйти в монастырь. Был на всех послушаниях. Ведь какая разруха была. А потом сказали мне петь с народом. Вот отсюда и началась моя регентская жизнь в Лавре. Thank you.
Отец Матфей считал так. Нет большой и малой службы. К любой службе нужно относиться одинаково серьезно и ответственно. Ты служишь не перед публикой, а перед Богом. Надо выбрать то, что лучше звучит. Вот, например, «Свете тихий». Какое выбрать? Здесь очень важно, как преподнести материал, чтобы отцерковить слух и сердце слушающего.
Концертный хор Троицы Сергиевой Лавры. Регент, протодиакон Василий Попаденец. Завершилось первое отделение нашей программы. Антракт. Из воспоминаний отца Матфея. Ноты дома были. Выучить их не составляло труда. Да и в Ставропольской духовной семинарии пение было специальным предметом. А чтобы около меня кто-то стоял, учил, такого не было. Знаете, когда попадешь в воду, поневоле научишься плавать. Практически я учился во время службы. Когда учишь, тогда и научишься. Каждое воскресенье от ранней литургии до пассии мне приходилось переписывать тексты стихир для моего хора. И тут же, переписывая, ставишь цезуры, распеваешь тексты стихир. Библиотеку для хора пришлось собирать буквально по крупицам. Мне нужно было хотя бы отчасти восстановить то, что имела Лавра. Многие распевы я отыскивал на чердаках, расспрашивал у людей. Удалось. Отец Матфей был твердо уверен в одном. Чтобы запеть святую песнь, нужно свято дышать.
Преосвященство епископ Звенигородский, ректор Московской духовной академии Питерим. Дорогие друзья, я хочу с вами поделиться своими личными воспоминаниями, каким удивительным педагогом был отец Матфей, тонким, внимательным, очень любящим. Я к своему ужасу оказался в его хоре. Это я, который, когда начинал петь, просто меня умоляли, чтобы я замолчал. И вот на прослушивании мне достался тропарь «Успение», это, по-моему, был единственный тропарь, который я мог спеть, не соврав. Потом, когда вывесили списки, вдруг я оказался в хоре отца Матфея. Для меня это, конечно, была пытка. Но я никогда не забуду эти первые спевки. Один стоит, повязанный шарфом или платком, как заяц с ушами. У другого на губе висит бумага, чтобы у него эта губа не шлепала. У третьего бумага под верхнюю губу засунута. Вот такое зрелище. Но я только с ужасом жду, когда до меня дойдет очередь, и мне придется петь. И молюсь, Господи, чтобы мне только не опозориться. Потом дошли, наконец, до басов. И мне нужно было петь. Я спел. Хор покатился со смеху. И я смотрю на отца Матфея, у него, знаете, у него страх и боль в глазах. Он настолько почувствовал мое вот это душевное состояние, он тут же прекратил этот хохот, сразу перешел на кого-то другого и больше меня никогда не трогал. Но для меня это было же, мне в хоре нужно было петь. Прошло где-то месяца два, наверное. Я подхожу, говорю, уйти из хора отца Матфея было невозможно. Если только выгонят. Никому не удавалось, мне удалось. Добровольно. Я к нему подхожу, батюшка, я себя чувствую в вашем хоре, как грешник в раю. Отпустите меня. Он говорит, сколько тебе лет? Я говорю, 33. Ну да, староват уже. С тобой надо заниматься. И, в общем, он меня отпустил. Иди, говорит, ищи другое послушание. Потом мы с ним встретились уже на четвертом курсе семинарии, когда у нас преподавал Новый Завет, послание святого апостола Павла. Это очень сложный предмет, потому что сложно очень подать правильно апостола Павла по-святоотечески. Он давал именно по-святоотечески. И тут же я опять увидел вот это очень внимательное отношение к каждому ученику. Личное. Он каждого раскрывал, он каждому был внимателен. И так я его полюбил, что я у него закрепил тему дипломной работы. Я писал дипломную работу по антропологии апостола Павла. И что со временем я начал понимать, и все больше и больше вот за эти 10 лет, он нас любил гораздо больше, чем мы его. Как апостол Павел тоже укорял христиан, я, говорит, вас люблю больше, чем вы меня. Вот и отец Матфей тоже нас любил гораздо больше. И вообще большое видится на расстоянии. А такое великое явление, как отец Матфей, тоже будет, оно видится на расстоянии, познается истина его величина и цена, конечно, на расстоянии. Вот по прошествии 10 лет ты понимаешь, насколько ты любил этого человека и насколько ты его еще больше сейчас любишь. И вот будем достойны этой любви. Запомним ее, пронесем ее через всю жизнь и передадим следующим поколениям. Потому что это любовь та, которая никогда не перестает. Спасибо.
Отец Матфей – это эпоха. Его нельзя изучить, можно только почувствовать. Он был очень талантлив, это признавали многие дирижеры-профессионалы. Масштаб этой личности, которая называется отец Матфей, это, конечно, масштаб. Казак, что тут прибавить к этому? Казачьи гены в нем. Искусство отца Матфея – это наиболее яркое, наиболее выразительное церковное пение. Отец Матфей, как яркая личность, сумел достичь невозможного в советское время. Его хор звенел. Не просто, знаете, ну, поют громко, но хор не звенит. А у него хор звенел. И поэтому, когда я слышал его замечания, которые он делал там семинаристу, «Не вижу ангела в твоих глазах!» Ну, что можно к этому добавить? Значит, все основано на понимании, этим семинаристам, про что он поет, и необыкновенной любви к этому согласному, гармоничному пению.
мы, Господи, возва к Тебе услыши меня. О собственном авторстве отец Матфей всегда скромно говорил. Надо было искать материал, чтобы перекладывать тексты стихир. Ну, и я делал все, что полагалось. Да и мало ли расписано мною, положено на ноты. Хотя не к этому я стремился. Thank you.
из воспоминаний об отце Матфея. Певчие называли отца Матфея «батя». К каждому он относился как к самому близкому, родному человеку. Он знал нужды каждого. Если сказать об отце Матфея одним словом, это мощь, столб и утверждение истины. Не хватает того огня, который был у отца Матфея, непрестанного желания петь. Сам отец Матфей свято чтил заповедь «Пойте Богу разумно». Он всегда стремился донести до певчих смысл текста, призывая молиться во время пения. Отец Матфей считал голос наиболее совершенным из всех инструментов. Пение его артистов звучало как истинная проповедь в звуках. Thank you.
это, конечно, и эпоха, и яркое явление Русской православной церкви и русской духовной музыки. Потому что, когда я вспоминаю его, он как пророк, как будто бы парил над хором, и все его интерпретации духовной музыки отличались и тонкостью, одновременно необыкновенной силой и мощью, и помогали молящимся почувствовать силу и красоту православия. Образ и жизненный пример отца Матфея приближает нас к тому, о чем говорил Господь. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Вечная память дорогому отцу Матфею и вечной радости в Царстве Христа Бога нашего. Сам отец Матфей говорил по поводу того, насколько мы вживаемся в богослужение. Все зависит от самого молящегося. Какой он дома, такой он и в храме. Вся жизнь христианина должна быть богослужением, а церковное богослужение – завершение всего. Как в храме есть основание, стены и золотая маковка, вот самая золотая маковка и есть церковное богослужение. Thank you.
хор отца Матфея был голосом лавры, голосом церкви. Отец Матфей не искал ни славы, ни чести. У него было одно – служба церкви. Через малое постигается великое. И только теперь приходит понимание, чем занимался отец Матфей, что для него было важным. Он поднимал людей на духовную высоту, учил здесь и сейчас заботиться о своей душе, делать дело Божие. Thank you.
архангелом Андрита Матфея Мармыля, игумен Антоний. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, мы рады приветствовать вас на торжествах, посвященных памяти великого регента всея Руси, архимандрита Матфея Мармыля, многолетнего регента хора Троицы Сергия Лавры, заслуженного профессора Московской Духовной Академии. Отец Матфей оказал огромное влияние на культуру певческую во всей православной церкви. Он воспитал тысячи семинаристов, певчих, священнослужителей и иерархов. И его труды не пропали даром, они разнеслись по всему миру вместе с его учениками. И мы видим, что его ученики, как птицы, слетелись на день его памяти, чтобы почтить и прославить его имя. И мы видим, что те семена, которые посеял отец Матфей, не пропали даром, не погибли. Они проросли и дали плоды. Мы видим, как профессионально исполнил хор все песнопения, которые когда-то исполнял отец Матфей. Отец Матфей был тем светильником, который горел и зажигал сердца других. И наша задача – сохранить то наследие и те традиции, которые создал отец Матфей, и передать их молодому поколению. Вечная память и Царство Небесное дорогому отцу Матфею, духовнику и наставнику нашему. Ранним утром 15 сентября 2009 года окончился земной путь архимандрита Матфея, человека, положившего всю свою жизнь на алтарь церковного пения. Погребение отца Матфея, собравшее несколько тысяч человек буквально со всех концов земли, было поистине пасхальным торжеством. Посреди осени запели Пасху. Мы снова смерть смерти, но смерть по праву и солнце во.
регент, протодиакон Василий Попаденец. Дорогие друзья, наша программа завершена. Концертную программу вела режиссер и автор сценария, заслуженная артистка России Оксана Шелест. Храни вас Господь.